Уважаемые трейдеры, с вами на связи Виталий Кухта, Кухта Capital. Сегодня мы сделаем разбор того, о чем мы говорили в прошлый раз, а также скажу мнение по рынку, скажем, на сегодня, на следующую неделю, возможно, будут какие-то идеи. Хотел бы начать сегодня с разбора биткоина. Довольно интересная ситуация была, скажем, на этой неделе по биткоину. Вот, включаю график. Итак, последний наш обзор был 17 января. Где-то в этом диапазоне, вот 17 января на этом баре. В тот момент я говорил, что никакой торговой ситуации, торгового момента, паттерна нету для торговли как в лонг, так и в шорт. Да? Что нужно следить за рынком. И довольно интересная ситуация получилась именно по биткоину. Я в, скажем, комментариях общался с подписчиками канала Amarkets, да, где выкладывали прошлый видеоролик с обзором. Там ребята спрашивали в комментариях мнение по биткоину. Вот 6 дней Илья Кадрова, также Дэн Стоун спрашивал по биткоину, и я им отписывал, что на тот момент не было ничего интересного, но, скажем, посмотрел на биткоин, именно это было 3 дня назад, и отписал довольно интересный момент, что по биткоину, вот скажем, по биткоину был заходной импульс вниз, и нужно, скажем, наблюдая за позицией, возможно, будет, скажем, локальное движение вниз, вот, локальное уйти вниз, и, возможно, глобально, то есть здесь уже нужно управлять позицией, да. Но, скажем, я думаю, что не все читают комментарии, да, если я Дэн Стоуну сделал бы, скажем, ответку, он должен был почитать, ребята, которые участвовали в комментариях, но, скажем, другие участники, они, скажем, не наблюдали, допустим, за комментарий. Я писал, что кому интересно, пусть пишут в личку или напомню, у меня есть как открытый, так и закрытый клуб на Facebook. Да? То есть вот информация на сайте. Здесь, скажем, в этих клубах мы общаемся по рынку, отвечая на вопросы, если есть интересные моменты. Я с учениками, кстати, разбирал биткоин на этой неделе. Вот как раз вот этот момент мы обсуждали для вариантов шорт. По текущему моменту, что у нас есть по биткоину, какая информация, ее возможно посмотреть с двух сторон. Первое, на текущий момент соблюдается дальнейшее движение в шорт. То есть та позиция, которую я советовал открывать ребятам в шорт в районе 8750, она себя локально отработала, и сейчас у нее есть потенциал уйти дальше вниз, да? Сколько она уйдет вниз, там еще $500, еще 1000, или на обновление вот этих минимумов, которые были, скажем, в районе $7000, этого мы не знаем, мы наблюдаем за рынком. Поэтому сейчас на данный момент интересная зона — это 8450, я бы за ней понаблюдал. Все, что ниже нее, я бы рассматривал в дальнейшем на шорт. Все, что выше, наблюдал бы, скажем, с возможными лонгами в сторону 8750 и на обновление хая текущего года 9000 там, с копейками, и дальнейшего движения в лонг там, в район 10000 и 14000, так как я говорил в своих, скажем, прошлых обзорах, то, что я ожидаю глобально от биткоина. Поэтому на текущий момент те, кто вошел в шорт, я сохраняю дальнейшее движение вниз, но настоятельно рекомендую следить за уровнем 8450, чтобы что-то сказать. Потому что у нас есть достаточно такой момент, я еще в прошлых обзорах говорил, что у нас биткоин, скажем, по моему мнению, он, скажем, нарисовал был в начале 2019 года достаточно сильный импульс. У нас это смотрится как коррекция, да, и
у нас есть возможность уйти, скажем, в район 14 тысяч и, возможно, выше, в район там, 17 тысяч. Как он уйдет, или, скажем, с текущих, или с тех уровней, которые я в прошлом году в декабре говорил, уровень 7 тысяч, хороший был паттерн, в прошлом обзоре говорил, для покупки, или он будет еще, скажем, более длинную, скажем, коррекцию рисовать. Это время покажет. Поэтому мы с вами трейдеры, да, мы должны управлять позицией, смотреть, что рисует рынок. Конечно, есть моменты, которые возможно спрогнозировать, есть моменты, которые нет. Соблюдаем всегда риск-менеджмент. Те, кто торгует с плечами, напоминаю, нужно очень осторожно торговать с такими инструментами. Дальше. Пройдемся также по индексу страха. Вот я в прошлый раз довольно интересную там графики показывал, не только по VIX индексу страха, а еще там дополнительную информацию о перекупленности на рынке. Говорил о уровне 12.30, да, скажем, что возможно с данного уровня будет отскок. В принципе, этот отскок прошел почти, скажем, на 3 пункта. Вот мы видим, вчера, точнее, позавчера был отскок достаточно хороший. Это в процентах почти до, там, 20%. Чем это вызвано, скажем, возможно, той информации, что сейчас по Китаю ходят слухи, что и по миру ходит какой-то вирус, да. Возможно, рынок, скажем, пошла реакция, потому что S&P 500, я говорил, что возможно набирать шорт, скажем, небольшим объемом, но я пока, скажем, не рынка, потому что, напомню, и по S&P 500 я жду какого-то хорошего паттерна, да, в шорт. На данный момент здесь пока ничего нету, что-то такое рисуется, какие-то маленькие заходные, скажем, вот здесь импульсы, но, скажем, это не для хорошего сигнала в шорт. Поэтому пока S&P 500 очень консервативно для тех, кто, скажем, хочет побыть тем, скажем, участником рынка, как Майкл Бьюри с того фильма «Игра на понижение». Я думаю, многие смотрели, кто не смотрел, советую посмотреть фильм «Игра на понижение», скажем, и понять, о чем я говорю. А? Дальше. Перейдем к, скажем, к секции валютного рынка и товарного рынка. Давайте начнем с евро-доллара. По евро-доллару на текущий момент у нас ситуация шортовая, так скажем, да, на сегодня. Что у нас на текущий момент, каких-то торговых моментов нету, но есть предположение, что рынок может уйти как с текущих вниз, дальше падать в район 1.10. Это первый вариант. И второй вариант, который я бы отторговал, это то, что рынок сделает какую-то коррекцию, скажем, в таком формате. Небольшую. Нужно внимательно смотреть, какой формы эта коррекция. Скажем, это будет понятно для, скажем, для меня, для моих учеников, которые, скажем, понимают, о чем я говорю. И у нас возможно дальнейшее движение в шорт. Ну, альтернатива, скажем, прорываемся выше, ну, это уже, скажем, так, выше 1.11. И, возможно, будет движение в район 1.11, там, 60. Ну, это, скажем, пока за этим нужно смотреть, но на текущий момент я сохраняю мнение по шорту. С текущего я не торгую, скажем, торгов каких-то хороших дневных паттернов нету, на часовиках там есть что-то, ну, это такое. Пока жду на коррекции, и на коррекции буду рассматривать шорт. Обратная ситуация есть по, скажем, по франку, аналогично как и с евро. Мы можем с текущих, как я уже сказал, евро может уйти вниз, франк может с текущих уйти вверх, скажем, в зону 1, точнее 0.97, там 50 плюс-минус, и, возможно, скажем, выше. Второй вариант. Мы пока сегодня у нас пятница, не идем, будет
этот поход вверх через какую-то коррекцию, возможно, еще скажем, на вчерашний минимум с каким-то ложным, да, так и в таком случае наверх. За этим нужно следить, поэтому, скажем, такие моменты. Ну и альтернатива, если я ошибаюсь, скажем, с тем моментом по евро, если он не идет в шорт, и у нас по франку нарисуется сильный заходной импульс вниз, предположение, что мы можем секущих уйти, в принципе, есть, скажем, здесь есть достаточно интересный уровень, 0.97, там, 0.0, да. Такая сложная ситуация, но не исключаю. Поэтому за ней нужно следить. Поэтому уровень ориентира, если для сегодняшних покупок 0.9700, все, что выше, я пока рассматриваю лонг. Все, что ниже, можно с коротким стопом пробовать на альтернативу, которую я говорил, что вначале уйдем вниз и дальше наверх. То есть, скажем, как он будет здесь, через какой набор позиций, это то же самое, что, допустим, с тем же биткоином, который я обсуждал в декабре, да, скажем, здесь, смотрите, почти аналогичная ситуация, вот биткоин, да, аналогично, как сейчас франк, у нас есть движение наверх, скажем, проторговка, да, и он ушел наверх, но как он ушел? Он ушел через какой-то, скажем, вынос, и только потом наверх, да, поэтому это нужно учитывать. Так, интересная ситуация, скажем, по другим инструментам, там, НЗД, Ауди, Йена, канадский доллар, на сейчас все аналогично, как и евро и франк, да, каких-то моменты сложные, я о них не буду говорить, возможно, еще поговорим о, скажем, золоте, да, по золоту есть интересный уровень, скажем, за него идет борьба, 1563, все, что ниже, возможен шорт, но достаточно сложный, так как, смотрите, мы как раз с учениками на этой неделе обсуждали шорты по золоту с этого уровня, они себя, скажем, отработали, но пока локально, скажем, вот у нас 3 дня назад был ложный пробой данного уровня, и мы ушли вниз, скажем, ну, движение вниз было, в принципе, неплохое, там, на $15, да, 150 пунктов. Но что мы видим дальше? Все после каждого падения у нас идет один выкуп, второй. Вчера пробовали тоже локально вниз, локально там отработались там 50 пунктов, 70 где-то примерно. И снова идет выкуп и пытается продавить наверх. Поэтому, скажем, по часовиках видно, что здесь выкупают. Поэтому здесь тоже достаточно сложная ситуация. Возможно, скажем, рассматривать шорт. Стопы здесь большие, потому что золото волатильное. То есть за хаи, то есть это получится где-то под 70 пунктов. Ну, уменьшаем объем контрактов для возможности шорта. У нас как раз там дискуссия с учениками. То есть многие, скажем, не исключают дальнейшего пробоя наверх. Потому что вчера достаточно хороший выкуп был по золоту. Ну, как уже сказал, товарный рынок, вот нефть, скажем, свободное падение, скажем, каких-то торговых моментов здесь сильных нету. Ну и по другим инструментам, скажем, все аналогично. Скажем, НЗД возможен, скажем, находится, скажем, в таком боковом канале, австралийский доллар тоже, ну, смотрят, скажем, хотят продавить данный инструмент вниз. Ну, такое. Думаю, на этом закончим. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я по возможности, когда захожу, отвечаю. Могу оперативно, могу чуть позже. Если для оперативности, пишите в Facebook, скажем, по вопросу вступления в клуб. Напомню, для клиентов компании Markets есть скидки вступления в клуб, обсудим их. Если просто есть какие-то вопросы, но хотите получить оперативный ответ, пишите просто в Facebook, я, скажем, на бесплатной основе смогу ответить. Всем спасибо, всем до следующего обзора. С вами был Виталий Кухта, Кухта Capital.